лица, которых никто никогда не избирал, и которых никто в соответствии с законом про местное самоопределение никогда не назначал, тем не менее депутаты городского совета на такое заседание не пустили, чем городской глава нарушил несколько законов Украины, в частности закон про доступ к публичной информации, статья 3, которая говорит, что право на доступ к публичной информации гарантируется доступом до засилен коллегиальных субъектов главных полномочий при выборках предупреждаемых законов. Кроме того, закон Украины по статусу депутата Мисевой Рады, статья 29 этого закона, предусматривает, что депутат Мисевой Рады имеет право брать участь с правом дарящего голосу в работе органов Мисевого самоуправления при розгляде иных питань та прийняті рішення, що зачепляють інтереси виборців його виборчого округу чи територіальної громади, яких його обрано. Якщо ви пам'ятаєте, я збирався в міста цілком, і всі вопроси, які обговорюються на подобних совещаннях, мене касаються як депутата. А головне, були нарушені основні принципи діяльності місцевого самоуправління, гласність, прозрачність і відкритість, предусмотрені статтею 4 закону України про місцеве самоврядування України, уважаемые коллеги, все начинается с малого. Мы с вами не отреагировали соответствующим образом на вопрос помещения фракции в свое время. Мы не обратили внимания на то, что исполнительная власть раз за разом игнорирует рекомендации депутатских комиссий. И это факт. Мы не реагируем на отсутствие секретаря совета в нашем совете. И на отсутствие исполкома, который должен был избран соответствующим образом, на отсутствие предложения по структуре, которую мы будем с вами рассматривать, на нахождение у власти никем не избранных и не утвержденных заступников местного главы, на отсутствие регламента разработки исполнительных органов местного самоуправления. Отговорка о том, что, видите ли, у чиновников есть на подпорке боязнь средства массовой информации, не боязнь говорить проблемы, это связано с запретом журналистам посещать мероприятия, которые проводят исполнительные органы власти. Говорит о том, что ну, если есть такие чиновники, которые чего-то боятся, им проще подать в отставку и уйти, а работать с людьми, которые чего-то боятся, и готовы выполнять те задачи, которые перед ними ставятся. Я долго думал, что происходящее является правовым нигилизмом городского главы, но сегодня практически уверен, что речь идет о том, что это здание может вернуться к тем временам, когда оно было горкомом партии, когда вход сюда был по партийным удостоверениям партии КПСС. Планы закрытия здания существуют, поэтому в случае повторного